изменения в партнерской программе YouTube. Привет! На связи Юлия Измайлова, эксперт по продвижению успешного инфобизнеса и в том числе бизнеса через YouTube. И в этом видео я хочу с вами поделиться изменениями в партнерской программе YouTube. Получила вот такое письмо, оно касается именно моего канала, да, то есть, как видите, информируем вас об изменениях в партнерской программе YouTube. Значит, основной принцип партнерской программы YouTube – это возможность участия в ней как можно большого количества партнеров. Однако при этом мы предпринимаем условия для защиты доходов, которые получают авторы в рамках экосистемы YouTube. И далее, что именно изменится? Да? И вот здесь вы видите прям конкретно по моему каналу написано, что в соответствии с новыми условиями партнерской программы мой канал не может монетизироваться, так как по новым правилам в программе могут участвовать только каналы с аудиторией от 1000 подписчиков. На моем канале на данный момент 413 подписчиков всего, но я его не рекламирую активно, да, то есть у меня идет ведение этого канала в качестве такого некого хобби, да, то есть я здесь делюсь своими наработками, вот, которые в итоге, как оказалось, являются полезными. Вот, но, конечно, вот такое письмо меня очень расстроило, да, то есть вот должно быть 1000 подписчиков, набравшие не менее 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев. И в результате, начиная с 20 февраля, вашему каналу не будут доступны инструменты монетизации и другие возможности, связанные с партнерской программой YouTube, если только в течение 30 дней вами не будут достигнуты указанные параметры. Вот, то есть, соответственно, я перешла вот во вкладку «Подробнее», да, давайте посмотрим, что здесь. Значит, вот 16 января 2018 года было объявлено о новых требованиях для авторов. Вот эта сейчас информация будет интересна для тех, кто хочет развивать новые каналы, каналы с нуля, да, то есть те, кто хотят вступить в партнерскую программу YouTube. Вот, то есть теперь наши специалисты проверяют только каналы, на которых есть 1000 подписчиков, и опять же за последние 12 месяцев набралось 4000 часов просмотра. А вот партнерская программа YouTube, все мы знаем, да, позволяет авторам зарабатывать на своем контенте. Доход можно получать от показа рекламы и платной подписки YouTube Red. И вот есть инструкция о том, как вступить в партнерскую программу. Но есть очень важный момент, то чтобы добавлять также вот конечные заставки и подсказки с ссылками на свой сайт, что в разы увеличивает продажи в бизнесе, да, а также сайты интернет-магазинов и проектов по привлечению средств, нужно вступить в партнерскую программу YouTube. Да? То есть монетизировать свои видео при этом не обязательно, так как мы можем оценивать канал и определить, соответствует ли он принципам сообщества. Вот, соответственно, вот такая грустная информация. Здесь также есть информация о том, какие требования, как подать заявку, что произойдет после подачи заявки, да, и написано, что если ваше участие в партнерской программе было прекращено, но в итоге вы достигли 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев, то можно подавать заявку заново. Да? То есть, когда вы устраните все нарушения на канале и продолжите загружать видео через 30 дней, вам нужно будет подать заявку повторно. Ну, что хочется сказать. Конечно, новость не совсем веселая для совсем новых каналов. Однако, если вы будете делать качественный контент, выкладывать его и набирать подписчиков, набирать просмотры, то все это можно исправить, можно изменить. То же самое касается и моего канала. Сейчас нахожусь в такой дилемме, продолжать ли мне выкладывать видео такого формата, как сказать, обучающий, да, там, как ставить ссылки в видео на YouTube, там, как набирать 1000 подписчиков, какой контент для YouTube, да, там, как выложить видео в YouTube с телефона. В общем,
Если для вас мой канал является интересным, мои видео являются для вас ценными, и если вы считаете, что мне стоит продолжать выкладывать такого формата полезные ценные ролики, я буду очень благодарна, если вы нажмете подписаться на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями, если считаете, что для них также данная информация может быть актуальна, может быть интересная, ценная и полезная. Вот, ну, на этом у меня все. С вами была Юлия Измайлова. Если наберем 1000 подписчиков на моем канале, значит, в скором времени будут выходить новые интересные, полезные, ценные видеоролики. На этом все. Пока-пока.